еще один такой подарок надо. Да. Буквально. А, я не шарю, честно. Салам, привет, я за ним эмоцию. Нет, не юзану. В обхват, ну, наверное, нормально. Такая милашка, у меня есть чего блюстить. Тяжело. Очень. Очень тяжело. Какое красивое имя. Спасибо, я обиделся. Убирайся, если хочешь обсудить. Обсудить что? Настроение, ему нечего обсуждать. Какое есть, такое есть, и я не жалуюсь. Поэтому да. Нет, не работаю. Английский знаешь. На этот вопрос я не отвечу. Сегодня, кстати, эфир какой-то стабильный, на удивление. Плюс 30 подписчиков, офигеть. Вчера было 33. Привет. Сколько котиков тогда? Не могу ответить на вопрос, честно. Люцимент. Ой. Украина, украинец. Класс. How do you? Say my old. Здорово, мать. Спросил, сколько лет тебе. Я знаю, что он спросил. Дай бог с ним, с английским-то. Как бы... Я стану крутить, слушай. Нет, я этого не сделала. Понятно, что все тяжело. Я просто формулировала ответ. Английским у меня тяжко. Если бы тут сейчас сидел мой любимый препод Сергей Сергеевич по английскому, он бы меня убил. Про твое состояние. Состояние, да. Сколько вам лет? Это по-русскому. Еще раз повторяю. I can't say my years old. Привет. Ладно, что ладно. Звоню мусорам. Звони. И что мне будет? И 40 это с сетками, да? Конечно. Я в соседней квартире живу. Ну, номер квартиры моей назови, пожалуйста. Привет, красотка. Привет. Где искра в глазах? Пропала давным-давно. Ну, назови номер квартиры моей, бля. Сложно, что ли? Этого стоило. Да, оно того стоило, честно. Я думала, тебе лет 18. 18, спасибо, до Нового года. Да не за что. 130. Это вы мой возраст гадаете или квартиру? Женек, номер квартиры моей назови, пожалуйста, бля, забыла, с памятью все плохо. Белорус.
все. У меня там друзья. Классно. Нет, еще это просто. Нет. Ну смотри, насчет вопроса, стоило ли оно того, да, я до сих пор считаю то, что оно стоит. Просто получилось, ну, не очень хорошо, и все. Да я пытаюсь не унывать, но просто иногда накипает уже жестко. Тяжело справляться. Типа того. Я смотрю, интересно, научиться так наладить. Ну да, нормально. Сердечко, пожалуйста. Для каких целей? Привет, как дела? Неплохо. Для меня так вот реально смутил вопрос вот этот вот. Конкретно, где искра в глазах? Просто. Просто так. Просто так никогда не бывает. Для каких целей? Дискан, ты опять тут, ура, вау. Чего не спишь? Не хочу. Все еще не примешь? Нет, не приму. Главное, чтобы мы были отец были живы, здоровы, остальное бы факт. Наверное, не стоит. У меня 4 утра времени. Я час ночью. У тебя есть хорошие отношения. Я не в отношениях. Привет. Ну, сорян, реально. Ты когда будешь в Могилевку ловить? Да. Как Беларусь, да. Я хожу так после катаний.